Иван, тождество – это равенство двух выражений, справедливое для любых значений, входящих в это равенство переменных, при которых все эти выражения имеют смысл. Все согласны, что именно так определяют понятие тождества? Да, черт повторю. Тождество, повторяет Мария Ивановна, это равенство двух выражений, справедливое для любых значений, входящих в него переменных, при которых все эти выражения имеют смысл. Вовочка тянет руку. Понял. Например, тождество. Корень из x равен корню из минус x. Или корень из x равен корню из минус 1 минус x. Это тождество верно, когда x равно нулю и не имеет смысла при других x, поэтому там проверять не надо. Это тождество. А это тождество ни для какого x неверно. Ну, значит, это тождество, потому что нет никакого x, который бы его опровергло. Мария Ивановна, внутренне ругаясь, но не выдавая, она же ученица, она профессионал, говорит, ну зачем так, Вовочка? Это, конечно, тождество, но уж очень маленькие у них области определения. В одном случае точка, в другом вообще пустое множество. Вовочка, подумав, ну хорошо, тогда, Мария Ивановна, вот такое тождество. Корень из x плюс корень из 2x минус 1 плюс корень из x минус корень из 2x минус 1 плюс корень из 1 минус x равняется корень из 2 плюс корень из 1 минус x. Мария Ивановна, Вовочка, ну посмотри, у тебя же в левой и в правой части корень из 1 минус x. Ну что, ну ты упростить не можешь? Нет, Мария Ивановна, упростить, вычеркнуть корень из 1 минус x из обеих частей нельзя. Тождество испортится.